На конкурс дети читают стихи. Крошникова Катя, 8 лет. Оборванного мишку утешал девчушка из вечной избе. Не плачь, не плачь, сама не доедала, пол сухаря оставила тебе. Снаряд пролетали и взрывали, смешалась с кровью черная земля. Была семья, был дом, теперь остались совсем одни на свете. Ты и я. А за деревней рощица дымилась, поражена чудовищным огнем, и смерть вокруг летала злою птицей. Бедой нежданной приходила в дом. Ты слышишь, Миш, я сильный, не плачь, и мне дадут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу, за то, что наши сосенки горят, а в тишине свистели пули звонко. Зловещий отблеск полыхнул в окне, и выбежала из дому девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне! Молчание.